дети читают стихи. Граф Егор, 11 лет. Иван Крылов. Басня, ворона и лисица. Уж сколько раз твердили мир, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем, уж собралась, да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Но что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок! И верно ангельский быть должен голосок! Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица!» Вещунина с похвал вскружилась голова, от радости в зобу дыхание сперло, и на приветливые лисицыны слова ворона капнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова.